Доброе утро, страна. Муж сегодня принес яйцо, в кармане придавил. А это вот я сейчас принесла, вот эти. Пока здесь у меня варятся головы и хребты на заливное. Курам варится картошка. Я пойду на улицу. Я вчера поздно вечером испекла пиццу. У меня помидоры начали портиться. Помидоры, колбаса, майонез внизу, огурец соленый и сыр. Очень вкусные. Даже муж на рыбалку, похоже, взял. А на улице у нас зима. Морозец. 5 градусов. Ветер слабенький. Я сходила куром, дала им пить, есть. Открывать не стала. Пусть греются у них там, кстати, если муж не выключил, конвектор включен. Присыпает муж, когда чистит, присыпает мою ежевику бесшипую. А эти молодые вообще, одна кончик торчит, вторая присыпана. Вон дуга торчит, это еще одна ежевика. Распласталась. Я ее пригнула. Так, а голубика, похоже, муж ее тоже немножко прикрыл, подкопал. А может и нет, может она сама. Туда пройти нереально. У нас какие-то следики были у компоста и около двора. Не хорек ли? Или какая-нибудь ласка. Но у нас куры закрыты плотно всегда. Цыплята тоже закрываем плотно. Конечно, бывают здесь и хорьки, и ласки, и... О, моя от забора наклонилась сюда шиферина. Все хорошо укрыто, снега немало. Видите, как выглядит эта опора для ежевики, которая сейчас под снегом, металлическая, а то деревянная вечно. Сначала нормально стояла, а потом начинала провисать. Теперь я очень хорошо собираю ягоды. Не надо мне на землю ложиться их и там собирать с земли. Интересно, в этом году будут яблоки? 2 года не было. А, нет, 1 год не было. Прошлый. Позапрошлый были. В соседи костерок дымится. Дымочек идет. О, интересно, дымочек-то идет из туалета. Наверное, там курят. Ладно, не будем мы их смущать. Я думала, костерочек горит за туалетом. Себя переведу. Я в телогрейке своей хожу. Теплая. Вот так. Вчера не выходила. Выходила только к курам. Но это 5 минут.
Немножко калина висит, не прилетает никто съедать-то. Сорока полетела. Сорока. Болтаются здесь. Ну что, вишня, как ты? Плоды будут на тебя висеть или нет? Или только ты будешь декоративная у меня? Последний год тебе даю шанс. Дров из тебя будет много. А на твое место найдем, что посадить. В этом году у нас вишен будет мало. Мы все малиниозные порубили. Сирени спят. О, чуть-чуть задела смородину черную. Прям такой запах вкусный. Смородиновый, черно-смородиновый. Актинидия, хитросплетение. Муж вчера здесь не чистил. Я иду в своих тапках. Сейчас наберу. Птицы накидали шелухи от подсолнечника. Расклевывают они его здесь. Хозяин в туалете сидит и по телефону орёт на всю катушку. Вот этот кустик, вот этот низкий. Рву я с него плоды. Айва японская. Никуда они толком у меня и не идут. Может, мне его выторнуть? Или пусть уж будет. Он колючий. Или убавить его немножко. Что-то мне эти его плоды из года в год остаются. Муж снегу накидал, парник. Синички сидят. Питаются. Тишина у нас. А иногда самолеты один за другим. Видно, у них взлет где-то другом. Они не по одному направлению, а зависят от ветра. То здесь над нами летают, садятся и взлетают. А то в другом направлении. Мои розы, видите, как зимуют? Не общипала я в них листья, да я и никогда не ощипываю. Это какая работа. Это роза. Она всегда у меня зимовала давным-давно. Не знаю, как в этом году, но пока морозов больших не было.